Новосибирская область получит федеральные деньги на реализацию двух инновационных проектов. Так, 231 миллион рублей направят разработчикам проекта «Аэротомография». Это комплекс для дистанционных геофизических поисков с применением беспилотных летательных аппаратов. Еще 500 миллионов рублей получат создатели твердотельной аккумулирующей электростанции. Кроме того, сегодня в областном министерстве науки рассказали и о региональных грантах, которые выделяют молодым инноваторам. В этом году у нас вновь довольно большое количество заявок, было более 20 заявок, 15 проектов было поддержано, вот на сумму 36 миллионов рублей, более 36.